don't imagine. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. Take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Please don't change the color of your hair. I never want to work hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Друзья, я вас приветствую. Вашему вниманию хочу представить усилитель от компании Luxman, модель L580. Это в определенном смысле, ну, вершина начала 90-х в интегральных усилителях. Фактически это чуть доработанный 570-й. И с обновленной мордочкой, то есть убрали переключатели в виде микрорелюшек кнопочных и сделали, соответственно, селекторы входов, такие крутилочки. Вот. Но в любом случае это также они релейные, так что просто это, скажем, ну, изменили вот форм-фактор. Вот. Класс А. Звук очень такой статный, взвешенный. Я бы рекомендовал такой усилитель колонкам, которые хорошо играют с лампой. То есть это, в общем-то, какие-то равнозначные вещи. Я имею в виду усилитель класса А и колонки, играющие с лампой. В данном случае звук такой неяркий, очень такой теплый, насыщенный, густой, можно сказать. Вот, хорошо подходит к колонкам, которые ярковаты сами по себе и не тяжелые. Не тяжелые, я имею в виду чувствительность, то есть с высокой чувствительностью. Возможно, это рупорные акустические системы, как вариант. Вот, мне кажется, это вот с рупорными системами будет прям вот супер. Например, такая акустика, как Onkyo Sceptor 10, ну, в стиле, да, JBL-ки, например, различные модели, ну, именно вот рупора, то есть рупора иногда бывают излишне яркими, но здесь эта яркость потухнет, зато низа очень хорошо будут подчеркнуты. Кстати, даже вот, например, с акустическими системами по типу Diatone DS3000, я думаю, вполне интересно получится сочетание. Значит, по функционалу, что у нас есть? То есть у нас есть баланс покрутить,
есть вот регулятор тона компенсации, он выполнен интересным образом, то есть выкручивая его в левую сторону, мы убираем высокие, тем самым подчеркиваем низкие, и выкручивая в правую сторону, наоборот, немножечко подбираем низа и подчеркиваем верха. Ну, то есть, возможно, там одновременно внизу убирается, сверху добавляется, и наоборот, да. Ну, то есть, вот эффект такого плана. Есть, соответственно, клавиша Direct, которая убирает возможность, то есть регулирует, ничего не регулируется уже, баланс не трогается, то есть напрямую пошло. Сейчас сидюк у нас подключен по балансу и по RCA-шечкам на линейный вход на сидюк. Даже несмотря на то, что по балансу объективно несколько громче, даже если не учитывать этот факт, все равно по балансу явно, ну, более, так скажем, прозрачное, детализированное звучание. Вот. Ну, я думаю, что основной фишкой этого усилителя является фонокорректор. Все дело в том, что вот эта вот коробка, вот, практически на всю длину усилителя, здесь фонокорректор, то есть очень большой, на рассыпухе, как сейчас говорят, на дискретных элементах. Вот классный корректор. Здесь у нас есть вариант подключения двух виниловых аппаратов, двух проигрывателей. Соответственно, чтобы не было кнопки MMMC, просто фона MM и фона MC. В нашем случае у нас MC-шная голова стоит. MM-ка у нас пустая сейчас. Ну, плюс-минус какой-то ощутимый шум. Фон появляется уже, скажем, вот где-то вот так вот, да, там на порядка, ну, давайте так вот, на час дня. Сейчас посмотрим, какая громкость этому соответствует. Но я думаю, что мы до туда, наверное, даже и не докрутим. Так, чуть-чуть поправить. Оп. Можно и докрутить. Но тем не менее. Благодарю за внимание. Если заинтересовал данный аппарат, пишите мне на Авито или сразу звоните, как вам будет удобнее. Желаю вам удачи и всего наилучшего.